Если мы не верим в себя, мы ни в кого не поверим. Никогда. Это точно. Поэтому, если человек не верит в себя, не рассказывай ему про свои цели, про свои какие-то планы, мечты, желания, то, что связано с верой, с волей, не поверит и сломает. Это всегда так. Поэтому держи все при себе.